Доброго дня! Я приветствую всех русскоязычных жителей Земли, которые зашли на этот сайт и имеют любопытство, для чего они пришли сюда. Я такое же имела любопытство в июне месяце, и как только увидела Никиту и его энергию, я сразу поняла, что мне сюда надо. Почему надо? Потому что полтора года назад я задумалась о том, что мы живем, работаем, учимся, добиваемся своих высот, создаем семьи, растим детей. Но в какой-то момент приходит размышление о том, что да, я уже многое достигла, многое осознала, многое пережила, и нужно узнать, что такое духовная жизнь. И с этими вопросами я жила и смотрела, и изучала все, что ко мне приходит эти последние полтора года. И у меня уже пошли вопросы, что такое судьба. Ну, судьба, я всегда думала, что судьба по жизни, так понимала, что это крест. Каждый несет свой крест, в меру своих сил. Но потом пришел вопрос, что такое карма. Почему есть люди близкие, которые даже совсем не родственники тебе, и они кажутся тебе близкими, знакомыми, и душа прямо осознает в них своих родных людей. И вот эти все вопросы привели меня на рекламу в Инстаграме или в Ютубе, я уже точно не помню. Но когда я увидела Никиту на этой рекламе, я поняла, что мне сюда надо, что я об этом мечтала всю свою жизнь. И, конечно, когда я смотрела рекламу предыдущих выпусков выпускников, и они там все: «Ой, супер! Я хотел быть гипнологом, но оказалось, что я могу быть слипером». И я не понимала, что такое слипером. Ну, наверное, думаю, я гипнологом точно хочу быть, а вот слипером, ну, не знаю, не хочу ли я быть слипером или нет, ну, мне непонятно. И сейчас я слушала отзывы наших уже выпускников 11-го потока, и понимаю, что все, что они говорили, это все супер, это все имеет место быть, и организация отличная, и так организован весь курс, что мы от малого пришли к большому, от малых знаний пришли к большим знаниям, и в то же время осознали себя и получили ответы на свои вопросы жизненные, духовные вопросы. Недаром, в общем-то, этот курс называется «Развитие души». Но кроме этого, да, мы получили и прекрасные знания, которые очень интенсивно нам открыли, и мы их осознали, и изучили, и смогли эти знания применить на практике. И я считаю, что очень даже неплохо применили на практике. В то же время мы работали над собой, мы получили прекрасный коллектив, и в этом коллективе мы сейчас будем идти дальше по жизни. И мне нравится то, что идет здесь дальше лаборатория. Вот я сейчас записалась в лаборатории, и дальше будем участвовать уже в каких-то научных знаниях, экспериментах, кроме того, что мы получили возможность получить работу. Вот. Но я хотела бы сказать такие слова, что экологичность, повышенные вибрации, эти слова сейчас у нас не просто на слуху, то есть раньше мы тоже, может быть, что-то такое слышали, но мы не понимали, для чего это. Мы проработали все свои страхи. И мы сейчас точно знаем, что нужно жить на повышенных вибрациях, как получать много энергии для жизни, каким образом строить свою жизнь, чтобы жить на высоких энергиях, высоких вибрациях. И это даст возможность нам не жить на низких вибрациях, то есть страх. То есть энергия любви, энергия страха, энергия счастья, энергия страха. Это очень для каждого человека в жизни это очень важно. Но здесь мы получили четкие ответы, четкие практические возможности получать эту энергию, эту вибрацию. И вообще то состояние счастья, работы со всеми преподавателями, кураторами этой школы, со всеми учениками,
как мы жили на высоких вибрациях, в состоянии любви, помогали друг другу, преодолевали свои страхи. И это было все настолько и сказочно, и с другой стороны осознанно, и все это было очень интенсивно, мы погрузились действительно в другой мир. И мы вышли из этого мира знающие, осознанные на высоких энергиях и на высоких вибрациях. И мы сейчас, у нас есть чат выпускников, мы подключились к этому чату, мы общаемся и видим, что получаем, во-первых, возможность пообщаться с предыдущими потоками и получить от них и энергию любви, и энергию и повышенной вибрации, а также получить от них опыт, который они уже приобрели, работая и гипнологом, и слепером, и с различными больными. У меня тоже уже был первый клиент, у него была проблема игромания, и сейчас мы наблюдаем с его семьей, как он возвращается к прежней жизни, и это, наверное, это наша миссия, и мы благодарны, что мы пришли в эту школу, что мы получили эти знания. Мы благодарим всех кураторов, которые очень душевно к нам относились. И они сейчас с нами общаются уже как в чате выпускников, как наши коллеги. Благодарю Никиту за его энергию, за его свет, чистоту, за то, что он дает эту рекламу, создал эту школу. И что все, кому это нужно, идут на эту рекламу и поступают на эти курсы. Я благодарю высшие силы за то, что меня направили в эту школу. Я с удовольствием отучилась. Я сейчас смотрю на жизнь по-новому. Параллельно я изучала астропсихологию. И сейчас я читаю книги и дальше изучаю астрологию уже по-новому, с новыми знаниями, с новыми глазами, открытыми в мир, уже немножечко по-иному. И в меня эта новая информация о космосе, о звездах и о строении мира, о устройстве Вселенной уже усваиваются по-новому и с новой точки зрения. И я считаю, что это большой шаг в духовном развитии я получила, поступив и отучившись в этой школе. Еще раз всех благодарю. Меня зовут Елена Гарбузова. Я училась на 11-м потоке в школе гипноза и слиперства Никиты Бурлакова.